Всем доброго времени суток, всем привет! Сегодня приготовим очень интересное, вкусное блюдо, главное, самых простых продуктов. Давайте приготовим! Для начала мы стерилизуем крышки и банки. Крышки я заливаю водой, ставлю на плиту, закипело, кипячу 2-3 минуты. Все отключаю и изымаю на полотенечко. Банки хорошо помыла, споласкиваю, чтобы были мокрые. И мокрые банки отправляю в микроволновку. Включаю на 5-6 минут. И по истечению времени достану и переверну на полотенечко. Второй вариант. Банки мою тоже хорошо. Споласкиваю, чтобы были мокрые. Выкладываю на решетку в духовку. Закрываю. Ставлю в холодную духовку. Включаю духовку вверх-вниз на 100 градусов. Вот так 100 градусов. Ставлю на 40 минут. По истечению времени баночки будут сухие и стерилизованные. Прошло 6 минут. Баночки сухие и стерилизованные. Переворачиваем на полотенечко, все готово. У нас прошло 40 минут. Все, баночки готовы. Для нашего рецепта нам потребуется, я взяла килограмм кабачков. Я вам покажу небольшую порцию, но так, чтобы было все вам понятненько. Вы уже удваиваете, утраиваете, сколько вам нужно. Итак, я помыла, подготовила. У меня тут 6-7 кабачков небольших. 2 луковицы, это 200 грамм. 1 перчик сладкий, по весу грамм 150. Головка чеснока. 1 лавровый листочек. Для маринада 1 литр водички. Соль 1 столовая ложечка. Сахара 4 ложки. Уксус 9%, 50 миллилитров. По специям горошек черный и душистый, по несколько штучек. И зелень, петрушка или кинзу, что любите, я возьму петрушечку. Вливаю 1 литр воды в кастрюльку, я вам дам рецепт на 1 литр маринада. Кладу столовую ложку соли с горкой, это 30 грамм. Сахара 4 ложки, это у меня большая ложка по 25 грамм, это 100 грамм сахара. 4. Уксус я волью, когда уже буду заливать маринад по баночкам. Отправляю лавровый листочек, 2-3 горошка душистого, чайная ложечка вот так вот, черного горошка. Пока закипит наш маринад, мы нарежем быстренько кабачки, лук и перчик. Ставлю на плиту, прикрываю, чтобы быстрее закипело. И так нарезаю все, так как вам нравится нарезаете. Я нарежу лук полукольцами. Тонко сильно не режем, он пол сантиметра толщиной. Вот так вот. Вот так. Перчик квадратиками. Кабачки, ну где-то сантиметр толщиной, вот так вот. Сильно тонко не режем. Кабачки у меня молоденькие. Если у вас большие кабачки, то режьте вдоль и смотрите, если много семечек, значит семечки как-то чуть-чуть там убирайте. Итак, все кабачки нарезаем. Чеснок чищу целую головку и буду отправлять его вот таким вот зубчиками целиком. Он очень вкусный, маринованный чеснок получится у нас. Такой небольшой ассорти. Лучок маринованный, чеснок и кабачок. И зелени грамм 20-30, вот так вот, петрушки. Все, петрушку просто вот так на две части, на три части, вот эти хвостики тоже рву, все, подготовили. У нас закипел, так сказать, будущий маринад. Отправляем все это теперь в кастрюлю. И теперь все закладываю, в кастрюлю отправляю. Вот так вот. Лук и перчик сразу, как видите, все отправляю. Все перемешиваю. Чуть-чуть как бы прижали. И ждем. Сейчас закипит. Вот это вот все мы варим ровно 2 минуты. Конечно, уже баночки мы уже заранее подготовили, простерилизовали, и крышечки все подготовили. Ждем, чтобы закипело. Можно прикрыть, чтобы это все было быстрее. Вот
Вот у нас закипает. Все, я засекаю время 2 минуты. Все, вот видите, уже и жидкости побольше стало. Сначала казалось, что совсем мало жидкости. Вот видите, все утонуло отлично. Крышечкой обязательно прикрываем. 2 минуты кипячу и раскладываю по баночкам. Прошло 2 минуты. Выключаю газ или плиту, убираю в сторонку. Все, теперь беру баночки и начинаю все выкладывать в баночки. Вот таким вот образом. И вот так вот раскидываю. Ох! Я сперва по чуть-чуть кабачки кладу, потом уже перчик добавляю. Вот так вот. Петрушечку в каждую баночку, вот так вот, чтобы было везде. Перчик. И так каждую баночку. Все раскладываю. С этого количества получается 4 баночки пол-литровые. Вот так. Вот так укладываем все баночки. Вот эту жидкость, которая тут набралась, сливаю обратно. Все, и так укладываю все баночки. Быстро в темпе. Вот так. Все мы уложили. Все я прикрываю крышечками. Включаю кастрюлю с этим же рассолом, так сказать. Даем кастрюльке закипеть, прикрываем. И отмеряю 50 мл уксуса. Это 5 ложек больших столовых. Так, закипела водичка. Я выливаю 50 мл уксуса. Он сразу как бы кипит, видите. Все, отключаю. И сразу заливаю кипящим горячим маринадом. И сразу закатываю. Переворачиваю на стол, оставляю остывать до утра. Как остынет наши баночки, я отправлю на хранение в шкаф на кухне. Хранятся в шикарном квартире такие кабачки. Затягиваем хорошо и переворачиваем. Вот так раз. Такие кабачки уже можно кушать через 4-5 дней. Это очень вкусно. Попробуйте приготовить. Ну а кому понравилось, ставим лайки, подписываемся на мой канал. Ну и всем пока-пока!